Саше очень интересно, что там делают другие дети и почему они плачут. Понимаешь? Странные, да? С папой у нас не соскучишься точно. Я уеду в комаров. Ты ее волшебный дракон. На Балтийскую волну. Зарисовка называется. Она ходит и колдует, посмотрите. Давай. Наш, скажи, с Рождеством. А, скажи. Давай поцелуемся. Давай поцелуемся. Актрисулька мелкая. Че, Вика говорю? Говорит, что тебе плохо. Сам себя найду в пучине, если часом затону. Милаш, ты тут на корабле тусуешься, да? С моцареллой? Я не буду, Милаш. Спасибо. Здорово у тебя, да, тут все? Смотрите, обзорка мелкая. Милаш, идем крадемся. Милаш, ты хочешь и свой кокос, и Руса, что ли? У тебя есть свой кокос. Ну, у Руса вкуснее, видимо. Дай сюда. Не дам. Сюда, Милаш, дай. Вот твой кокос. Держи. Милаш, вот твой кокос. Дай сюда. Сейчас не рабыня перед тобой. Это в прошлом. Очень хочется играть в боулинг. Ну и чего вы тут делаете? Ждем представление. Знаменитые фонтаны рядом с Бурдж-Халифом. Кстати, вот она в зале. Да! Важная такая. Они где? Пошла Ника проверять. Ник, сидишь? Хватит сидеть, говорит. Ник, Ник. Я уеду в Тамарова, где качается на дюнах Шереметьевский баркас. И у вас в корейских скалах на общественных началах, если только захотите, личный водолаз. Можно сказать, завершен наш вечер. Вкусно, Милаш? Милаша, пробуй местные экзотические фрукты. Нет? Да, сюда. Будет личный. Вы чего тут в кулички играете? Вот идет, она зовут папу с братьями. Милаш, покажи, что ты делаешь. Там плавает, она их зовет. Просто идеальный вариант детской для Милаши. Здесь такая удобная кровать, а вот здесь просто я. Ну, то есть. Привет, друзья! Мы в Дубае, район Марина. Конкретное место — это Blue Water. Очень красиво здесь, друзья. Супер высокие дома, куча народу. Люди со всего мира. Милаше очень нравится. Милаша ни секунды не стоит вообще, ни секундочки. Шарики, Милаш?
Мы вернулись в Первопрестольную. Наташа в шоке, конечно. Она просто в шоке, она отказывается выходить. Холодно тебе, где, да? Где, говорит, бассейн? Где море, океаны? Это что такое? Я убегаю. Милаш, все, ты поплыла.